13 век. Прекрасная Сибирь. Марко Поло провел здесь 17 лет. Путешественник писал о древних городах, шикарных дорогах и мраморных мостах. Марко Поло жил в сибирской столице, при сибирском императоре, который был одним из внуков Чингисхана. В городе было множество дворцов невероятной красоты и огромных размеров. Город окружали две защитных стены. На другом берегу стоял еще один город. Его крепость имела 20 ворот и была длиной в 24 мили. Крепость Константинополя была 18 миль. Сибирский город был больше Константинополя. По-видимому, население двух частей столицы составляло около 70 тысяч человек. Перед нами карта осушения Барабинской степи Томской губернии Каинского уезда. Большая часть этой местности состоит из болот. Также мы здесь видим темные линии, которые представляли из себя каналы осушения. Но как вообще возможно было прорыть столько каналов на такой территории? Даже по современным меркам, если учесть, что у нас есть современная техника, это просто кажется невероятным. Путешествуя по стране, Марко описал города, в которых прядут шелковые и золотые ткани. Марко Поло описывает Катай как благоустроенную землю. Здесь множество городов и селений. Города соединялись мощеными дорогами, вдоль которых высаживались деревья. На дорогах создавались почтовые станции со сменными лошадьми. Через реки перебрасывались мосты. Реки перегораживались плотинами с созданием крупных прудов. Плотины были оборудованы мельницами и лебедочными подъемниками судов. Большие реки соединялись длинными и широкими судоходными каналами. Но пришли москали и европейские колонизаторы, разграбили сибирские государства и уничтожили многие народы. Через 200 лет европейцы стали рисовать карты с использованием координат. И стало ясно, что столица сибирского государства Катай-Китайска находилась севернее города Омск. Имя поселения писалось и произносилось по-разному, например, Камбалык. Народы мигрировали и иногда называли новые поселения именами со своей родины. Древний город Кемерово в Сибири, в 21 веке имеет внука, город Кемер в Турции. Если мы сейчас посмотрим эту местность на карте, мы можем обнаружить абсолютно прямые просеки, которые тянутся на многие километры. При этом они абсолютно прямые, как будто расчерчены линейкой. Прерываются из-за местности и затем продолжаются снова. Я знаю, что существует версия, что это на самом деле древние дороги, но точно сказать, так ли это, можно только направив туда экспедицию. Предполагаю, что в начале 20 века использовали уже существующую сеть каналов. Марко Поло приводит описание моста через реку, прекрасный каменный мост через эту реку. В целом свете нет такого моста. Вот он какой, в длину 300 шагов, а в ширину 8, по нем рядом пройдут 10 верховых, стоит он на 24 сводах и на стольких же водяных мельницах, выстроен из серого прекрасного мрамора, сработан хорошо и прочно, по обе стороны моста стены из мраморных досок и столбы, расставлены они вот как. В начале моста мраморный столб, под ним мраморный лев, а другой на столбе, оба красивые, большие и сработаны хорошо. От этого столба через полтора шага другой совершенно такой же с двумя львами, между столбами доски из серого мрамора, чтобы люди не падали в воду, и так из конца в конец моста. Любо на это посмотреть. Видимо, это мост через реку Томь, в средневековом репринте река названа Пулисангинс. Счастье людям, живущим на древней земле сибирской. И свободы от московских цепей. Патриот Сибири. Сделай для нас ролик. Не забудь добавить в текст описания фразу «Слава Сибири». Или слова «Хватит кормить Москву», чтобы в строке поиска земляки могли найти твой ролик.